Всем привет! Чемпионка мира 99 года Мария Бутырская поделилась мнением насчет желания российской фигуристки Евгении Медведевой изучить прыжки в 4 оборота. Известно, что более молодым фигуристкам проще прыгать четверные прыжки. С какими трудностями столкнется Медведева? Трудность номер один. Все-таки надо выучить, потому что это действительно сложный прыжок, требующий максимальной концентрации, абсолютно четкого веса и очень хорошей физической формы. Я тоже пробовала прыгать такие ультра-си элементы, как четвертные прыжки. Чуть-чуть поправишься и уже не справляешься с этим элементом. Надо быть в просто идеальном форме. Как вам кажется, ей удастся? Сложно сказать. Уверена, что на тренировке мы сможем увидеть четвертной. А вот увидим ли его в соревновательной части, не знаю. В следующем сезоне и Трусова, и Щербакова, прыгающие четвертные прыжки, смогут участвовать в взрослых соревнованиях. Те фигуристки, которые в топе сейчас, смогут с ними конкурировать. 19-летняя Турсымбаева нам показала, что в ее арсенале есть четвертной прыжок. Видимо, она его прыгает достаточно стабильно, иначе это очень рискованно вставлять его в программу на чемпионате мира. Я считаю, Элизабет будет одной из главных конкуренток наших девушек в следующем году. Один прыгнул четвертной прыжок, и теперь это не остановить. Та же самая Женя обеспокоена и понимает, что надо усиливаться, чтобы повышать техническую оценку. Сейчас, наверное, все этим будут усиленно заниматься. Не только в нашей стране, но и в других странах. Японцы тоже все прекрасно понимают. Все обеспокоены, потому что прекрасно понимают, что скоро придут Щербакова и Трусова. Хочется же с ними как-то бороться за высокие места. Никто не хочет приезжать на чемпионаты и просто прокатывать программу, сказала Бутырская. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.